свое четкое отношение к изменам. Я не хочу ни с кем другим спать, мне это не надо. Я просто хочу периодически понимать, что для других мужчин я тоже привлекательна. Ну, это же не преступление хотеть, чтобы раз в полгода у чужого мужика на тебя привставал. Пусть невысоко, легкий реверанс. Мол, мадам, мое почтение. Да? Юмор. Типичная девочка с недостатком эмоций, которая, находясь в отношениях с мужчиной, будет постоянно заискивать внимание мужчин на стороне, коллекционировать друзей мужчин, флиртовать, будет стремиться находиться в центре внимания, потому что без этого будет чувствовать себя никому не нужной. Скорее всего, были проблемы с отцом. Это, кстати, шоу на ТНТ, и многие находят в этих шутках себя. Стоит ли говорить, что для отношений подобных девушек выбирать противопоказано, если ты хочешь быть счастлив? Нужна моя помощь в отношениях? Пиши в Инстаграм.